Всем привет, смотрите, какой папа танк сделал. Вот это вот похоже на кусочек сыра. Сейчас мы так... А вот этот вот выходит на эту битву. И они сейчас будут делать. Ну, это не очень на танк похоже. Ну да, какой-то мощный танк. Сейчас... Я пока расскажу про танки, а я... Чё? Давай, моя 34-ка против твоего Левиафана. Это не Левиафан у меня, а КВ-50. 50 КВ. 50 КВ есть. Так они будут что, советский с советским сражаться? Нет. Ты же... Пап, забыл тут еще одну звезду сделать. Немецкую. Мой просто в затылок моему. Просто стреляются. Пап, а почему башня не падает? Потому что крепко приделана. А, я знаю. Хотите узнать фокус? Вот. Вот в чем дело, почему. Ой. Смотрите, мотик. Смотрите фокус. Ну как вам? Победил, короче, мой. Короче, папин русский против немецкого левиафанского. Проиграл. Давайте еще одну. Прямо в дуло. Пап, дуло спасай, оно падает. Все, отбито дуло. Тихо, вот так. Погоди, пап. Вот это вот нужно замазать, зрители. А то это раны такие. Вот так, пап. Все, башня сорвала. Сейчас русский левиафан поможет. Я тебе даю еще один шанс. Больно ты как? Я пошутил, мне вообще не больно. Ты что творишь посреди? Это надо... Чё? Ах ты ж! Все. Левиафан сейчас его останавливает. Что стало со звездой? Она расплавилась. Что ты звезда делал? И эту... Что ты наделал? Я тебе же сказал, последний шанс я даю, который только у меня есть. Смотри, мой кидай. Пфф.
Мой просто кусок металла себе взял. О. Насквозь, зрители. Смотрите фокус. Ты меня один глаз выбил.